Привет, меня зовут Лена, и с вами очередной выпуск Кинословаря. Ну, боди-маунт вообще один из моих любимых приемов. Это такой жилет, который одевается на актера, и он позволяет создать вот такой вот эффект, когда камера как бы привязана к тебе, и все, что делаешь ты, делает она. Очень удобно, эффектно и красиво. Боди-маунт. Боди-маунт, дорогие друзья, это самое уродливое изобретение кинематографа. Ничто так не красит человека, как отсутствие боди-маунта. Я однажды видел, как на красивую девушку, хрупкую, надели вот этот самый боди-маунт. А поскольку это было давно, то к боди-маунту с другой стороны прилагалась еще большая камера с кассетой, с пленкой. Конечно, камера перевесила девушку, и вид был не очень приглядный, надо признать, у камеры после того, как она воткнулась в землю с девушкой. Но что я вам хочу сказать? Есть возможность не надевать на себя боди-маунт, не надевайте. Хотя кадры, конечно, получаются иногда очень красивые.